Всем доброго времени суток! Сегодня я проснулась очень рано для того, чтобы поехать на рынок и посмотреть, как готовят самсу. Это был такой классный процесс, но сейчас вы все увидите. Интересно, вообще Сантандер выглядит как бетономешалка. А внутри вкусняхи уже налеплены. С 5 утра они начинают работу. Там у них уже весь завод кипит производство. Ребята работают, женщины на заготовках, остальные на тесте. Говорят, самый сложный труд – это самсу делать. Поэтому женщины не работают самсе, только на заготовках. Это во сколько вы начинаете их делать? 5:00. Биште уже здесь он, да? Так, как ты встаешь? А во сколько спать ложишься? Не щедрый коргаята. А ты самсу тут делаешь? Да? А как зовут? Алекпар. Алекпар? Да. Вот как красиво тут чечевато, да? Ты у нас какой русский? Татарка. Татарка. Что ты сказал красиво? Крутится? Да, язык. Ага. А, ну да уж. Без нами быть этот похож язык. А ты самсу ляпаешь, ну, этот, свободу, как. Куда самсу делают? Потому что тяжелый работает. Вот я думаю, плов из-за того, что тяжелый, это объемный. По-русски как называется хамр, не знаю. Хамр тесто? А? Тесто, тесто. Тесто? Ну, тесто, белое тесто. Да, тесто. А это тяжелый, аж крупный. Хамр, ладно. Вот плов же тоже, плов тяжело, поэтому мужчина делает, да? Нет. Аж, вот, мешать. Это не тяжелый плов, это самсы сами тяжелые. 5:00 начинают, вечером 7-9:00 заканчивают. А когда вы спите? 5, когда? А полночи буду спать. Вы очень мало спите, я вот смотрю, очень мало. Я никогда не знала, что узбеки настолько работящие. А, без кунжута. Это черный кунжут, там это треугольно. Да. А это тыква. Это карот капнется. Капнет. Да. Тамчи. Тамчи, да, это курица. Это который белый с мясом. А-а-а. Если хочешь заходить, заклеим сейчас. Кого заклеим? И сколько вы в день такой там все делаете? 1000. 1000? Бишкше. Дуркше. И да, вообще, кто нас учил сам сайт сага? Кем ты знаешь ряд ты? Ургат, ну, да. Ты научил, да? Да. Вы сам научил? Сами? И со скольки лет вы это делаете? 7 лет. А с чего ничего ешь? Вам по сколько? 25 сил среднее? Да, правда. 1000 штук. 1000 в общей сложности есть с мясом и с тыквой. А вы когда не считали, сколько вы сам все сделали за свою жизнь? Нет. Нет? С 5 утра, я говорю, вы спать не успеваете. Тесто коты, ну вот крутое, да, крепкий, да, вот. Крепкое, хамр. А какая температура должна быть, чтобы выпекалась сам, да? Да? Да. Не мерили еще. А, не знаю. А плов хочешь, я сыр хочешь, килограмм?
Сейчас придут. Сейчас придут? И сколько вы здесь давно работаете в Букафоре? А вообще кафе до скольки работает? Что? Кафе. Кафе до 7 начинает, до 5 заканчивает. А еда готова? Мы здесь только охраняем, поэтому так долго работаем. Да? Да. Вы что, домой не ходите? Ходим, ходим. Сейчас а ты не пугаешь меня. Нет, я говорю, вы такие вообще работящие. Казали Башкирия, да? Башкирия, ну, да, тоже да. Там 400 километров. Уфа, Башкирия, да? Да, да, да. Ну, она 600 километров от Казани примерно. Я училась там. Это когда вы все вот это скатаете, будете это, да, заворачивать? И когда ты с России приехал? В 2019 году. А, ты давно? А сюда жениться приехал, что ли? 18 лет. 18? 17. А сюда вернулся, чтобы жениться? Да. О, родители нашли? Сам? Почему родители? Они все так думали. А я у кого не спрашиваю, все говорят, мы из России вернулись, чтобы жениться. Башкирия. Да. А еще поедешь? Не знаю. В Россию что зарплаты побольше. Кажется, не больше. Патент лучше за границу ехать. Лучше ехать за границу. Если патент нету, они не будут работать. Еще долго будешь здесь? Месяц. Потом поеду в Бухара, хочу, в Самарканд. Там есть что делать? Ну, туда жить не надо ехать? Например, как вот в Ташкенте я пожила в месяц. Туда не надо настолько? Нет? 2-3 дня? Или много? И кышка? Объездила, а здесь ни разу не была. Кавказ и нигде. Везде была на Кавказе. Грузия, Азербайджан, Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария. В той стране везде была. Нальчик. Хорошо на Кавказе, но там все люди просыпаются у вас рано, у них поздно. Только в обед. Я пока не хочу. У нас же, это же у вас надо. У тигас ешьте, шиварга келге. У нас нет. У нас можно попозже. У меня сестра замуж вышла, у тыз ешьте. Ну, она в Южной Корее замуж вышла. Ой, такие красавцы выходят. Важные культуры, они, да? А он только катает, да? Он не клеит. Клеит тоже. А. Тоже клеит. Вот он, получается, тесто выдает, ты заготовку делаешь под самсу, а он уже готовый. Да? А, вы вообще втроем же только получается самса. И сколько вы так сам сов... в этом? 27 декабря. Сколько вы так сам сов... будет стоять в тандыре? Полчаса. Полчаса? Уже прошло. Немножко осталось. Месяц,
Ты что сказала, сколько идет на том тандыре и сколько стоит? Андар, в тандыре сколько стоит, готовится? Готовится или... Это пешат, да? Да, пешат. Пошам пешат. 20 минут. А, да? 20-25. Молодец, тогда. Вот отличается, когда девушка делает и когда мужчины делают. Нам разница нет. Нет, отличается, вот ваш кругленький, ровненький. Вам, да, соль? Здравствуйте. Вам спасибо, что показываете. Где еще такое увижу? Я хочу посмотреть, когда он будет фокусировать уже ее. А вы тут самое главное, да? Такая самая главная. А вы наш король. Вот самый главный. А, шеф? Да. Шеф Савсей. А у нее... Да. Гума она. Шеф Гума, шеф Самса. Но у вас все равно отношение к женщинам другое. Вот, кстати, вы спросили, где мне нравится. Вот да, да, вообще другой. Знаете, зачем человек говорю? Нет, знаете, зачем говорю? В метро у вас зашла, все уступают места. Она, я удивилась. Прям все подпрыгнули, места уступили. Надо так уважать. А? Надо так уважать. А какие скалки удобные у вас. Специально прям сделан, только сейчас обратил внимание. Год рождения? 93-й. Я думаю, за границей там лучше. На России нормально зарплаты, а мы потом принимаем, потом каждый месяц за 5000 зарплаты. Нет, а куда это? Вот, например, Южная Корея. Южная Корея это тоже, да. Нет? Есть. А почему это, да? Смотрите. Сонал. Чтобы все наклеить. А вы замужем, наверное, давно уже, да? Да. Сколько детей? Две. Дочки, что ли? Мальчики. Мальчики. Во сколько лет замуж вышла? Во сколько лет замуж вышла? 21. Сколько? 21. 21? Да. Родители нашли или сама? Нет, сама. Замуж не выходите. Надо, надо. Нет, надо выходить. Есть? Нет, пока нет. Пока времени в России нету, да? Пока нет. Это за сегодня вот это все закончим? Да. Мне хватает, блин, так думаю. Мне хватает времени. Чего хватает? Мне хватает, говорю, это. А еще будет тесто? А кто тесто делал вчера? Сегодня я. А, у вас дежурство, что ли? Типа? Пойдем клеить. А? Ну тоже уж. Ну, платок не одеваю. Не пьешь, да? Не пью. Не куришь, да? Не курю. Давай пирс поиграем. А? Пирс поиграем. Пирсы поиграем? Бутылка, да? А, нет! Нет. И что? И как у вас? Покупаем 5 штук. Но? Это 5. Открываем крышку. Да. Там номер есть. Да. Что самый меньший номер будет, это заплат 5 штук. Вы так играете? Да. Каждый день. Давай. Давай. Апкели, да. Давай, апкели, апкели. А да, апкели, апкели. Сколько нас человек? Я потом буду каждый день приходить, чтобы поиграть к вам. Давай, получается. Не, давай, давай, давай. Давай это заклей сначала. Давай клей. Мне большой номер дайте. Кто там у вас номера знает? Кто никогда не платит? Все платят. Да? Нет почему? Такого, кто везучий всегда? Может, потом фишка есть какая-то из нас, кто-то.
Это ты мне угрожаешь? Это что? Это что было? Ну я дрон, мне угрожает уже. Ну нет, это, наверное, плиту включать. Он мне угрожает. Зажигал. Я говорю, плиту включать. Это кунжутика намазала. Это с картошкой, да? С картошкой. Ой, у вас так весело тут, конечно, да. А у тебя дети уже есть? Нету. А почему? А как думаешь, есть? А ты не женился, что ли? Женился, почему? Недавно женился? 4 года назад. Бывает новая персобор? У меня дети есть, девочка и мальчик. Ладно, еще будут? Да, еще 4 или 3 будут. У вас у всех много детей, да? Да. Сколько тебе надо всего? Нет? Детей всего сколько тебе надо? Двоих? Или 4? Двоих 4 будет. У тебя сейчас 2, еще 2 надо. Всего 4. Там мою гуму не трогать. Думаешь, это и мы на раке? Иду. Гумашев? Ой. Это яйцо, что ли? Он что, яйцо прячет туда? Да. А это так делается? Да. Взял яйцо, запрятал, да? Мясом. Да, все елки съесть, мы на камере очень нравится. Забирайте с собой. Ага. Это что, просто гума с яйцом? Просто яйцо прячет и все? Яйцом с картошком, с сосиской, всяко бывает у нас. С прайдингом тоже будет. С чем будет? Вот с прайдингом. Да? Да. Я не знала, что... Ой, какие пирожки, вот эти интересные. Тесто у них прям воздушное-воздушное. Вот так вот оно расплющивать. Вовнутрь прячет фарш, иногда яичко. И вот так вот. Ловкими пальцами. Тык-тык-тык. Розгар, где ты, Розгар? Сосисочки еще не прячут в тесто. Что такое? Я думаю, это желтое мне показалось. Пюре, да? Пюре, все, поняла, с картошкой. Это уже спрятанные, да? Это готовая гума, да? Это с мясом? Мясо с гумой. Сейчас, это с чем? Губа. Гуна Сабен, гошма. Гош, мясо. А когда будет с яйцом еще? Тхумли. Битта, тхум. Соус подходит. Вот, попробуй. Там? Очень вкусно. Жил он же на работе. Нет, ты что он говорит. Не надо, да? Мы гости, да. Хорошо, спасибо. Нет, а то неудобно. Спасибо большое. Угостили, спасибо. Бери еще, но это забыло. Сейчас у нас начнется пепси, подожди. Надо там сам сути. Смотрите, как это со стороны смотрится. Офигеть! Вот так вот они заклеивают тандыр. Обязательно перед работой помолиться.
Ой, уже поднос заканчивается. Уже второй идет. Это шеф самса. Это шеф самса. Это шеф тандыр. Там шеф гума. А зачем водой посыпает? Зачем водой поливает? Горячий немножко. А, это чуть-чуть тушит? А, я же у тебя спросила, зачем эта штука нужна? Это же, чтобы вы нагибались... А ты говоришь, я не знаю, зачем. А, ты такой умный, а? Вообще, да, умный? Голова большая. Все. Пошли, смотри. Поднос ГТ. Еще один. Это там сейчас с чем? С мясом? Да. Вот это да, вот это да. Они все покраснели, щипят глаза. Картошка ловко? Ну, очень ловко получается, конечно. Вот с картошкой. Треугольничек с картошкой. Ну, так, ну, какой-то, как будто, мне интересно. Интересный? Да, это, широкий. У меня мама большие. Нет, не мама большая, или, как это называется, бутекс или бутекс? Нет, нет. Фэри, да? Фэри? Нет. Почему фэри? Что такое фэри? Я не знаю, фэри. Вот это, что ли? А, по-русски? Вон же они уже готовые, налепленные. По такому порядку все раскладывается. Ну, ловко управляется, конечно. Я говорю, со стороны это вообще как бетономешалка стоит. А внутри, в этом улье, чудеса съедобные. Два тандыра у них не прекращают. И один, и второй. Это сколько в одном тандыре самсы штук? 200. 200? В одном подносе 50 штук? На поднесу? На одном подносе 50. 50, 45. Ну да, 200 в этом заполняемость. 200 штук. 5 раз в день, что ли, делаете? Я через 7 тоже будет иногда. А потом тандыр его как чистят? Сошкрябывают, что ли? Нет. Мы поднимаем, это... А, мы поднимаем. Это газ. Это красный будет, как называется по-русски? Кто? Газ, газ. Ну, газ и называется, а что? Алло, это ваша насадит, да? А это на вашем языке как? Алло, это что будет? Алло? По-русски, да. Не знаю, покажи это. Алло. Алло? Да. Алло, алло. А вот уже там все покупает. Одна самса стоит 30 рублей. Сейчас покажу тебе. Ладно. Ну, или вы чем-то внутри его сошкрябываете, нет? Ладно, ладно. Я это мешаю, если можете сказать. Вот и все, вот и все, работа закончена. А вот теперь вот такой съедобный улей получается. Сунули, надо закрыть. Смотри, это спичку, да? Огонь, что ли? Это что такое? Огонь. Огонь? Огонь. Огонь будет, да? Огонь. А на вашем как? Алло. Алло? Да. А спички как будут? У нас ширпа. Гургут. Гургут? О, как. И на сколько мы так закрыли, Анна? Сейчас. Сейчас открываю, воды наливаю, потом 10 минут. А потом через 20 готово. Открываю.
Это огром. Газ ёкамы? Он мунты бим бола. Нарце була? Он сейчас хочется готовить. Вернёшь, я отойди, мокрый остой. Ну ладно. Мокрый. Так наливает. О, прям как душ. Это спрыскивает, потому что сильно горячее. А и вокруг весь камень надо, да, мокрым делать? И внутри весь тандыр мокрым надо сделать. Их не видно. Вот так вот делать. Примерно один тазик у него уходит. Вот так все смочил по краям. Она не отклеивается, да, когда ее вода попадает? Еще один тазик воды. Она не потухнет столько делать? Во сколько вы начинаете? В 5 утра разжигать, да, ты сказал? Ой, одно висит. Да, да, давно уже брать. Да? Она приготовится, ничего не будет? Все, прикрыли. Нет, это брат будет. А, брат будет? Фу. Еще вода. Еще вода. Вообще много воды, да, льется. Так-то надо. Красиво будет, что? Блестящий этот, типа, лакированный. Вот и готово. Через сколько мы придем ее смотреть? Сейчас через 10 минут открываем. Через 10 минут откроем. Да. Я засеку, не переживай. Вы же достанете мне потом? А что, тебе не нравятся чужие ресницы? Не свои? Какая разница? А то сразу, нет, сразу, губы, ресницы, чье? Это какое? Это чье? Длинный этот, немножко длинный, поэтому я попробую. Вот так еще. Сука. Ой, что они тут выкладывают красоту. А вы здесь как просто... слушайте, а вы просто на самом деле на заготовках и тут, Айма? А вот другая девушка, не знаю, как зовут, она зал, да, официант? Ну. Да, да, не официант. Угу. Доставки тоже. Сколько у вас здесь человек работает? Наверное, 40 больше. Сколько? 40 больше, самое меньше. Куштур ярамин, карточки с ярамин, коуч ярамин, ова кучмин. Шутки с ярамовки Вот здесь открывайте, сразу показывайте.
А Силика 17? Да. А у тебя? 14. 14. А ты открывай. Давайте. Ну, на такой ноте я решила закончить свой день. Он прошел просто потрясающе. В этой игре я не проиграла. Ну, в общем, вы все увидели. Кто досмотрел до конца, пожалуйста, поставьте мне лайк.